Так, готов? Да. Тор готов? Включил камеру? Да, нормально, нормально. Вот здесь вот прям встань. Как там Миша, да, зовут? Володя. Володя, да, пол шага вправо. Смотри, когда трос пойдет, будет такой рвочек, надо стоять на месте. Я понял. Ох, как прикольно, мелкий на заднем плане получился. Один-то по-любому. Замерзла. Замерзла, да. Дима, она замерзла. Она дрожит сейчас. Дима, пока ты побежишь, чтобы я за ногу схватить. На трех лапах. Холодно, говорит, блин, говорит, холодно. Готовься. Одну ногу вперед и упираемся. Упираемся. Побежали. Лёха! Ваши руки отпусти с кресла. А подвинь чуть голову влево, наклони. Ага, вот так. Выше виднее, он, я смотрю, небо более-менее уже. Ну тут, конечно, молоко. Прикольно, когда ты пробиваешь эту... Да, автобусе. Димка рассказывал, класс, говорит, вообще такое прям... Да, зрелище, конечно, красивое. Да, в этих, конечно, перчаточках тебе... Свои забыл. Тяжело, блин, тут, конечно. Блин, какая влажность, а? Смотри, ну, карабинов сейчас. Да, 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 да. Блин, запястье открыто, прям капает.
блин. Запястье, я понимаю. Ой, ёлки. Не. Не, мы вчера по Питеру замечательно прогулялись. 3 часа дня, солнышко светило. Ну, так хорошо вообще. Мы приехали, они дома сидят, Димон с Лехой. Мы говорим, а мы сон? Да, да. Да это моей жены, брат родной. А-а-а. Димон. Ну вот. А-а-а. Вот. Он говорит, мы тебе не верим. Не может быть. Мы приезжали, здесь вообще, говорит, невозможно летать. Надежда. Так, ну, да, вижу, да. Есть чуть-чуть уже такое. Так, надо найти старт. Что там, Димон говорит, видит нас, нет? Потому что, в принципе, уже... Встаем, не падай, встаем, тяжело, понимаю. Извини. Нормально. Так, стоп. Тихо. Классно. Сейчас я перекину стропы, ага. Потом к нему повернешься. Тихо. Нормально. Отстегиваешь, не отстегиваешь? Не, подвеска сейчас на тебе будет. А-а-а. Перчатки ты испачкал. Перчатки, это Димон. Верхняя.